Традиционно в преддверии Нового года волонтеры Саровского политехнического техникума организуют акцию «Подари частичку доброты», где собирают подарки для пожилых людей, чтобы бабушки и дедушки не чувствовали себя одинокими и брошенными. Студенты получают уникальный шанс стать настоящими волшебниками и совершить маленькое новогоднее чудо. Подводя итоги уходящего уже 2018 года, год был назван годом добровольца, и мы решили добровольно провести эту акцию. Готовимся мы к ней уже порядка одного месяца. Дети приносят продукты, предмет личной гигиены, разные вещи. Студенты не только привозят подарки одиноким пенсионерам. В этом году волонтеры подготовили для бабушек и дедушек новогодний концерт с песнями, танцами и интерактивной программой. Главная цель данных акций – это, естественно, окружение заботой и любовью тех людей, которые в этом очень нуждаются. И, наверное, наш мир достаточно сейчас регламентированный, очень материальный, и для того, чтобы быть отчасти или учиться быть добрей, обязательно участие обучающихся в этих акциях. Уже 26 декабря волонтеры Саровского политехнического техникума отправятся в село Осиновка, где вручат подарки и порадуют своими творческими номерами одиноких бабушек и дедушек. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров 24.